Так, попытка номер два поснимать Сатурн, Юпитер, полную луну. 18 июня 2019 год, Харьков, час 42 по Киеву. Надо же, даже дымка нам не особо мешает, появившаяся в небе. 10 часов ее еще не было. Практически параллельно горизонту движется Юпитер. Юпитер это Сатурн у нас. Юпитер. Ну давай так, подождем тебя, пока ты в кадр залезешь. Да, и лежит практически плашмя. Тарелочка с голубой каемочкой. Ну прекрасно. Вот у нас наша триада и получается. Полная луна, Сатурн и Юпитер. Прекрасно. Штиль. Едва и два заметные колебания воздуха. Вот это они сейчас камеру и трясут. Поехали к Луне. Вот она Луна. Да, дымка опустилась чуть ниже. Так, Сатурн у нас движется параллельно горизонту, а Луна уже опускается, или тоже еще параллельно идет, сейчас посмотрим. До Луны 390 тысяч километров, вчера в полнолуние, формально полнолуние было 2 часа назад, 20-20. 10-12, 12 часов назад, да, в 11-13-14 часов назад практически. То есть мы его даже не могли видеть с северного полушария, с нашей 50-й параллели. В общем, не важно. Луна достаточно полная сейчас. Так, вот он наш 83-километровый кратер. Хорошо для масштаба. Женщина вчера подошла вечером, говорит, 83 километра многовато, луна-то вроде маленькая. А я и забыл, сколько она в диаметре. 3400 она в диаметре, луна. Километров 3400. Великолепно. Пошли посмотрим на Юпитер. Ах, не могу налюбоваться.
Ладно, пошли к Юпитеру. Он тут недалеко. Каких-то 640 миллионов километров. 641, если быть дотошным. Вот оно уже видать. А позавчера вечером я его снимал, он был в одном градусе угловом от Луны. То есть просто совсем рядышком. Да. При первой попытке фила получилось даже сразу на него навестись, но теперь уже таких подарков не будет. Я уже понял. Где там наши спутнички? Галилео. Да, вот Юпитер уже очевидно вниз ползет к горизонту. Так, справа спутничек, это Ио, справа от Юпитера, за Юпитером идет Европа, потом Ганимед. И Каллисто, как всегда, практически не заметен. Но чтобы было понятно, Европа от Ганимеда на таком же расстоянии, как от Ганимеда Каллисто, которого не видать. Ну, дымка есть дымка, облака все-таки свое дело делают. Да, четко виден Ио справа от Юпитера. Также неплохо видно Европу и Ганимед. А вот Каллисто блистать упорно отказывается. Ну, он мигнул. Еле-еле. Каллисто, по-моему, самый скромняк из всех этих галилеевых спутников. Видимо, считает себя нефотогеничным. Ну, мы и так полюбуемся. Как по стреле выстроились. Тоже эти спутники бывают один выше, другой ниже, а тут прям вот сейчас они все в экран помещаются. Лады, пойдем к Луне для заключительного кадра. Потом, может, еще разок снимем и будем готовиться к трудовым будням. Первой смене.
Что там у нас так красиво пропорхнуло на фоне луны? Все, никуда не торопимся, ждем ползущую луну. Рассматриваем красоты. Да, зелени на луне явно не хватает. Да вообще красок. А то как пингвин из Мадагаскара хочет. Здравствуй, мой монохромный друг. Жизнь полоса белая, полоса черная, в случае с луной. Кратер белый, кратер черный. Да, ну свежие кратеры выделяются более белым оттенком, более светлым тоном. По-моему, солнечный ветер их выветривает до серого состояния. Космическое излучение. А свежайший кратер, по-моему, 40 лет назад появился. На Луне. Ладно, есть время еще на одну попыточку съемки, и потом у нас Юпитер спрячется за новостройку. А мы рискуем дождаться Венеры, восхода вместе с Солнцем. Да, уже садится. Видно по краю экрана, что садится. 18 июня 2019 год. Харьков, час 54 по Киеву. 50-я параллель северной широты.